Самый главный из них, признается Симоновы, 8-месячный Артем. Все семейство хлопочет над его внешним видом. Парадный костюмчик одет, нос подтерли. Так, ну все, Артем готов? Идем? Идем. Вместе с уже знакомыми нам героями свои места заняли будущие обладатели заветных сертификатов. 10 молодых семей собрались здесь сегодня. Зал полон счастливых родителей и их малышей. Несколько лет все они ждали, когда наконец смогут получить возможность приобрести собственное жилье. И вот буквально через несколько минут их желание исполнится. Все эти семьи многодетные. Вот и Симоновы растят сыночка и двух дочерей. При этом успевают все и на работе. Мама трудится воспитателем, а папа работает в Росгвардии. Но всех этих усилий оказалось недостаточно, чтобы купить квартиру. Приходится им жить у родственников. А тут на тебе такое подспорье. Сертификат, как и положено, в руках самого ответственного. Теперь Симоновы планируют заняться стройкой. Выпало такое, как говорится, счастье. Этот день мы очень долго ждали, целых 11 лет. И вот в ближайшее время исполняется 35 лет, и как по указу исполняется 35, и уже с очереди уходишь. Но нам повезло, у нас сегодня счастье в нашей семье. Мы сможем расшириться, сможем, у деток будет своя комната. Это очень-очень большая поддержка. Спасибо большое. Каждый такой документ дает право его держателям получить 1 200 000 рублей. Участвовать в программе «Город будет и дальше». Если в этом году Российская Федерация выделяла 6 миллионов рублей, а мы, городской бюджет республиканский, добавляли по 3 миллиона рублей, то все будет зависеть от того, какая сумма будет определена на уровне России. Мы в любом случае, сколько бы ни было выделено, будем свою часть добавлять. Что интересно и примечательно, среди этих молодых семей практически все были многодетные. Вы сами видели, цветы нашей жизни, детишки были с таким воодушевлением выходили за своими сертификатами. Ася Касьянова, Бату Гармын, новости дня.